В 9 районах республики 31 января завтра ожидается усиление ветра и метели. Об этом сообщает Якутский гидрометцентр. Так, в ближайшие сутки в Мирнинском, Ленском, Алекминском районах ожидается западный ветер, порывы местами 13-18 метров в секунду, метель. Ну а в Оленёкском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском районах ветер западный, днем в Жиганском южный ветер, порывы местами 9-14 метров в секунду, слабая метель, говорится в сообщении. Ну а в Якутске указано на сайте, скорость северо-западного ветра во вторник составит 2-7 метров в секунду, ночью и утром небольшой снег, температура воздуха днем минус 26, ночью минус 28 градусов.